К 70-летию победы над фашистской Германией ветераны войны и труженики тыла в Казахстане получат единовременную помощь. В бюджете на это предусмотрено свыше 5,5 миллиардов тенге. Так, по 100 тысяч выплатят участникам и инвалидам Великой Отечественной, по 70 тысяч лицам, приравненным к участникам и инвалидам войны, по 30 тысяч родителям, супругам военнослужащих, погибших на фронте, жителям блокадного Ленинграда и несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. По 25 тысяч тенге перечислят труженикам тыла и вдовам инвалидов войны. Кроме того, в бюджете заложено около 62 миллионов тенге для того, чтобы ветераны смогли посетить праздничные мероприятия как в Астане, так и в Москве. Отмечу, в Казахстане проживают 5037 участников и инвалидов Великой Отечественной и около 1500 лиц, приравненных к ним.